Неделю две назад мы прилетели в Лос-Анджелес. После Лос-Анджелеса прилетели в Сан-Диего для того, чтобы пройти тренировки плюс спарринг партнером Сауль Альварес выбрал нашего Айдоса Ербасунула. Поэтому мы здесь, и заодно мы, значит, договорились с командой Канело, с тренером Эдди Ренольдсом для того, чтобы наши четверо наших боксеров здесь же дополнительно прошли у них тренировки. Сам Канело является номер один абсолютным чемпионом мира. И большая честь для нас именно здесь, именно у него, именно в спортзале, плюс с тренером, который является самым лучшим тренером года, сам Эдди, дает свои, как бы, рекомендации. Ребят, он проверил и дал достойные, хорошие. Соответственно, ребята проявили себя, показались очень хороший уровень. Надеемся, ребята получат очень большой, скажем, опыт, заряд энергии. И я думаю, в будущем им понадобятся вот такие тренировочные, скажем, кемпы. И в будущем, я думаю, будем очень хорошо сотрудничать с этой командой. Сегодня день я хотел поздравить казахстанцев с великим праздником Наурозом. Всем я пожелаю хороших весенних праздников провести очень в семейном кругу, в кругу друзей, родственников. Поэтому благо всем. Спасибо.